Календарное лето в Тверской области началось. Стартовало оно, правда, с ветра и прохлады. А какими будут ближайшие выходные? Порадуют ли жители Верхневолжья наша погода? Удастся ли открыть долгожданный купальный сезон или нет? Поинтересовались мы у синоптиков. Минувшая весна радовала жителей Тверской области летним теплом. В конце апреля уже цвели сады и клумбы. Безусловно, горожане рассчитывали, что тепло пришло надолго. И в начале лета уже будет открыт купальный сезон. Но не случилось. Пляжный сезон точно переносится, говорят синоптики, как минимум до 20-х чисел июня. Пока же купаться рано. Вода в Волге всего 13 градусов. Чтобы она нагрелась до комфортных температур, нужно несколько жарких дней. Пока же столбики термометров не перешагивают отметку в 23 градуса выше нуля. Погоду на нашей территории обуславливает сейчас умеренная воздушная масса. В общем-то, достаточно стандартная, с западным переносом. Погода в начале месяца, она у нас немного ниже нормы. Естественно, по осадкам мы в норме. Давление тоже находится в норме. Первые дни июня в целом выдались холоднее всего на 3-4 градуса. В среду, 7 июня, на территории Твери местами прошел дождь и был шквалистый ветер. В Заволжском районе ветром даже повалило деревья. Пока таких порывов не ожидается. А вот от долгосрочных прогнозов специалисты пока воздерживаются. Что касаемо ближайших дней, то погода кардинально не изменится. Но все же легкие кофты убирать в дальний угол не стоит. По территории области будет проходить холодный атмосферный фронт. Потоки перестроятся на северо-западные. И вместе с этим в наш регион начнут поступать более прохладный воздух, который ночные температуры оставят где-то в пределах 2-7 градусов тепла. Но дневные температуры будут существенно ниже, будет ощутимо. Это порядка 13-18 градусов днем. Единственное, выходные будут прохладные, но без осадков. Примерно такой же погода будет и в начале следующей рабочей недели. Впрочем, ничего удивительного. Июнь хоть и первый летний месяц, но зачастую на территории нашего региона он выдается прохладным. На данный момент показатели температуры соответствуют середине мая. Если брать предварительный прогноз российских специалистов, то жители средней полосы откроют купальный сезон не раньше последних чисел июня.